Здравствуйте, мы находимся на международной выставке «Эмбалаж» в Париже. Пойдемте за мной и посмотрим, что нового на «Эмбалаж» в Париже в этом году. Представляем вам различные виды кабельных стяжек и фиксаторов для упаковки. Вы видите на нашем стенде продукты совершенно разного размера и разных цветов. Ими сейчас как раз очень заинтересовались клиенты из России. Несмотря на то, что это наша новая разработка, миллионы ее экземпляров уже используются в продовольственной отрасли. Наш дозатор для сиропа является новинкой на французском рынке. Упаковка идеально подходит для детей. Дозатор при нажатии позволяет извлечь ровно 4 мл сиропа. Фирма Тессе начала выпуск концентратов сиропа с использованием наших новых крышек. Перед вами новая крышка микро, которая представлена здесь в комплекте с флаконом. Упаковка покрыта термоусадочной пленкой, в крышке микро есть силиконовый клапан. Здесь представлены проекты студентов из разных европейских вузов. Их пригласили на выставку для презентации своих проектов. Для косметической отрасли наши студенты разработали упаковку тонального крема Chanel. Внутри упаковки находится дополнительная эластичная упаковка, которая сворачивается как тюбик и позволяет использовать крем до конца без остатка. Другая упаковка тоже рассчитана на использование продукта без остатка. Упаковку можно перевернуть вверх ногами и сжимать при дозировании. Мы представляем новый способ определения и выбора цвета пластика. Используя известный образец цветов Pantone, мы выбираем дополнительно оттенок на палитре уже конкретно выбранного цвета. Это автоматическое устройство регистрирует цветовой пункт на печатной поверхности и показывает на мониторе всю точную информацию, связанную с этим цветом по образцу цветовой палитры Pantone. Эта упаковка продается лучше всего. В частности, данные флаконы и почти на том же уровне продаж тубофлаконы. Есть небольшая разница, но продажи тубофлаконов растут даже быстрее, чем продажи флаконов. Большой популярностью пользуется упаковка для продовольственной промышленности, особенно для ресторанов. Перед вами бутылка для соусов, предназначенная для ресторанов с богатым меню и широким выбором соусов разных ароматов. Наша последняя новинка – это полипропиленовая банка с барьерным слоем EVOH, которую можно наполнять горячими продуктами и стерилизовать.